Итак, привет, уважаемые друзья подписчики, с вами как всегда я, Леха Смертик, и сегодня мы будем играть вместе с вами в мод под названием Easy Mod, как бы это странно не звучало. Ребята, извините, что как обычно ролики выходят редко, ну, конец лета, я тут не знаю, тут какое-то нагромождение, день рождения у друзей и так далее, у меня скоро еще день рождения, мне скоро еще на свадьбу к знакомым свидетелям, это я вообще, я поэтому говорю, что нормально ролики начнут выходить только под середины сентября, когда я уже со всеми делами раскидаюсь. Я ни разу не запускал мод, у нас здесь есть выбор либо старт, либо плей, то есть либо начать, либо играть. Видимо, третьего варианта нам не дано. Этот ролик я вряд ли буду обрабатывать для того, чтобы, ну, в принципе, успеть вам сегодня еще один ролик выложить. Допустим, я не знаю, про Стикмана, если у меня все-таки дотянутся руки. Потому что я 2 дня просто валяюсь, как сосиска на диване, ничем не занимаюсь. Так, ладно, давайте перейдем все-таки к началу, нажмем старт или плей. Я не знаю, тяжелый выбор, нажму, наверное, все-таки старт. В некоторых случаях вам придется использовать нестандартные мышления. Ладно, окей, я понял, ребят. Вы тем временем не забудьте нажать, конечно же, на лайк и написать свой комментарий. Можете еще колокольчик оформить. Хриплому нравится, когда жмут на колокольчик, на вот это все уведомления и так далее. Вот, вот такие вот дела. Я на самом деле думал, что мод будет довольно-таки короткий, а там прям, ну, немало так уровней, нестандартное мышление. Это меня сразу предупредили, чтобы я не сидел, видимо, не бомбил. Видимо, яблоко опять будет открывать, там, не знаю, там, дверь, либо еще что-нибудь в этом роде. Музыка у нас, кстати, играла из этого, из Hide and Seek. Так, что за дела? Что это за куб вообще? Где я проснулся? Что это за место? Почему я проснулся на параше, извиняюсь за выражение. Не, ну ладно, я дурачок. Димон? Подожди, Димон? Серьезно? Реально, Димон. Блин, давненько Димона не видел, он как уехал, с тех пор его так и не видел. Не видел Димона, только Васильича. Так, а я все-таки могу выбраться? Я прям сразу вижу, что я нахожусь где-то под колпаком. Под колпаком. Можете выпустить меня из колпака, пожалуйста? Ну, не знаю, хоть с неба там лайков каких-нибудь кидайте. Еще что-нибудь такое. Так, ладненько. Ладненько, прохладненько. Видимо, я опять пытаюсь зайти в подвал к Васильичу. Ну, Васильич, ты что, машину перекрасил? Так, а это, видимо, мой дом. Вот здесь я живу. Вот такие вот отличные у меня... Подожди, что... Василий, что тебе надо от меня? Где... Не так, да? Не так, Василич? Ну ладно. Блин, нифига себе. Я стоял, значит, никого не трогал, пытался зайти в свой дом. Вот как у бомжей эти. Есть бочки, которые горят, они там руки греют. Вот так же у меня печка есть, я на ней готовлю. Правда, фигово здесь что-то видно. Ну да ладненько. Да ладненько, прохладненько. Вот ванна моя замечательная. Я не знаю, как я здесь сказался. О, посветлело. Все, теперь это тогда многое объясняет. Многое объясняет. Я так и думал, что так примерно и должно быть. Это у меня просто в глазах темно было, потому что я не окончательно проснулся, поэтому я все так плохо видел. А на самом деле все прям замечательно. Все красивенько, все ухожено. С утра встаешь, идешь вот в мусорку. Василий, что выкидывай, тем и питаюсь. Между прочим, кожурки от банана очень питательны. Это я точно говорю. Здесь можно много всего найти. Можно ходить алюминиевые банки сдавать. Правда, не могу дойти до центра, потому что я под колпаком, опять же. Всякое бывает. А, вот он, танк имеется. Помидорами всех обстреливает. То есть мы поэтому прячемся здесь. Не знаю почему, не знаю зачем, но зачем-то прячемся. Я не знаю, зачем к Васильичу приехали танки с помидорами. Ну, видимо, так примерно задумано все это дело было. Ладненько, ладненько. Мне кажется, я Васильича слышу. О, Васильич! Васильич, ты, смотрю, себе и поменял эти, да? Нормально сейчас так выглядит. Слушай, с тобой можно вместе гонять. Знаешь, если куда-нибудь прийти, например, в Макдональдс, ты будешь похож на местного продавца, там будет стоять свободная касса. Примерно так это все будет происходить, я так понимаю. Ладно, пока он бегает там, я бегу у него по дому. Замечательный, красивый дом у Васильича. Обалдеть, нифига себе, как ты его запер. Запер он его прям нифигово. Ну, он там бегает пока. Пока Васильич бегает, я уже моюсь, Васильич. Занят? Что тебе нужно-то? Зачем ты меня ловишь? Опа.
Тройной тулуп с переворотом чуть не сделал. Так, а может быть, в машине что-то есть у него? Нет, в машине у него ничего нет. Нужно включать нестандартное мышление. Я сейчас вообще не знаю, как его включать. Так, он где-то ходит. Так, ладно, пусть он ходит там, я буду ходить здесь. Нормальная квартира. У каждого, ведь в доме есть своя усатая комната. Вот у Васильича есть своя усатая комната. Прям замечательно она выглядит. Так, отлично, фонарик есть. Есть фонарик. Шкафы почему-то, я не знаю почему, но они не открываются. На втором этаже все завалено. Василий, что у тебя здесь происходит? Почему у тебя здесь все завалено? Ты как, нормально себя чувствуешь, нет? А подожди, это открывается вообще, нет? Так, это заперто, да, значит? А я могу пролезть? О, я могу пролезть? А, точно. Я ведь маленький мальчик-бомжонок. Теперь это, в принципе, все объясняет. Это все объясняет, все уложит, стоит на свои места. Правда, почему-то не открывает, не знаю почему. Ну, видимо, не хочет открывать. Так, что здесь еще есть интересного? Походить, так, здесь заперто, да, значит? Заперто. С другой стороны, ну, нужно как-то сюда... Видимо, здесь что-то спрятан. Помимо кучи коробок. Василич, может, реально вызовем? У меня знакомый есть, макулатуру принимает. Макулатуру сдадим. Новый дом построим. Ну, хотя бы подвал от нового дома. Ну, ладно, хотя бы дверь в подвал от нового дома. Мне кажется, здесь что-то лежит. Нет, здесь ничего не лежит. А зачем я сюда вообще, в принципе, забрался? Чем скейтборд взять, что ли? Почему я маленький хриплый мальчик, и у меня нету одного ботиночка? Нужна эта... Димон! Однозначно. Так, стой. Ну я зачем-то сюда зашел. Слышь, как Васильич ходит в туалет. Фу, я даже и чую, как он ходит в туалет. Не только слышу, но и чую. Все в одном, как говорится. Так, ладненько. Ладненько. Нестандартное мышление, значит, да? А куда его не стандартизировать? А как мне туда добраться-то? Так, отсюда я тоже никак не залезу. Подожди, а сверху и сзади есть подъем? Да, есть. То есть нужно где-то взять. Где-то взять гаечный ключ нужно. Почему я каждый раз с собой не беру гаечный ключ? Ну просто берешь с собой гаечный ключ и все. Блин, у него даже окна тонированы. Чтоб никто не видел. Здорово, Васильич! Опа! Опа! Давай тройной толп с переворотом. Смотри, ты пока бежишь вокруг. Ну-ка, дети, встаньте в круг. Блин, сидел, мне кажется, он сидел своими делами, занимался. Если бы в меня так кинули, пока я сидел на унитазе, мне кажется, я бы очень быстро все свои делишки бы сделал. Так, здесь нет ничего интересного. Так, а здесь я и холодильника что-то не вижу. А где мне взять... Опа, Васильич меня поймал. Нестандартное мышление, значит, да? Не, а зачем реально на второй этаж? Стой, а здесь что? Подожди-ка. Так, а здесь что находится? Да оно штанировано, как ты видишь. Здесь закрыто, да? То есть я ищу ключ. Здесь, я так понимаю, ключ я никак не возьму, не найду. Васильич, давай беги куда-нибудь. В другое место. Надо было просто нажать не старт, а плей. Там сразу предупредил. Нестандартное мышление. Говорит, все нормально. Васильич, я здесь. Дай я хоть посмотрю, что там есть. Так, здесь есть гаечный ключ. Значит, мне нужно найти ключ от той комнаты. Все логично. Все понятно, все логично. Может, над унитазом что-нибудь есть? Нет, там вроде нет ничего. О, здорово, Васильич, занято. Так, нормальненько. Мне нужен ключ. Каким-то цветом, там, не знаю, белым или каким. Сейчас я посмотрю, каким цветом мне ключ. Да, вот такой вот серебряный ключик мне нужен. Серебряный ключик. А вот что-то сверху лежит. Я прям вижу отчетливо, как сверху что-то лежит. Не знаю, откуда это ключ. Может быть, это как раз тот самый серебряный ключ, который мне и нужен. Я не знаю.
А почему он не хочет браться? Видимо, он что-то против меня имеет. О, сейчас возьмется. Надо было поближе делать пирамиду. Такой из меня пирамидчик, конечно. Ненавязчивый. Так. Да чё ж ты не берёшься-то, а? Так, ладно, ещё две коробочки. Буду на одном уровне. Что, типа, простым, как я, нельзя, что ли, ключ взять? Ну, давай выделяйся. Во-во-во, видишь, выделяется иногда. Так. Во! Да это не отсюда ж ключ даже. А чё это за ключ вообще? А нафига мне этот ключ? Василич, я тебе сейчас всю комнату разнесу. Усатую. Стой, а чё за ключ? А нафига мне нужен? Чё-то мне кажется, меня где-то обманывают. Мне серебряный ключ нужен. Нафиг мне этот-то ключ. Где мне его найти? Что-то какое-то разводилово. Это не работает. Не, ну это явно отсюда. Ну ладно, допустим. Допустим. Допустим и капустим. Это явно не в подвал. Ну, смотри, от машины есть. Так. О, нифига себе, микро-Василичи. Я всегда знал, он с собой их возит, и они что-то строят. Здесь просто есть микро-Василичи. Вот он их возит, багажники. И они здесь сидят, смотрят за всем, смотрят в небо. В небо им нравится смотреть. Так, а куда мне это деть? Я не знаю, куда мне деть. Может быть, у меня в холодильнике что-нибудь дома есть? Василич, ты что у меня дома делаешь? Ну да, логично, я хожу к нему, он ходит ко мне. Все, в принципе, сходится. Так, а нафига мне этот ключ-то? Что он откроет? Мне кажется, он так для понта. Ну так, чтобы просто был, чтобы я залез в поисках его, а на самом деле он и не нужен. Так, ну мне нужно в любом случае... Найти серебряный ключ. Где-то. Где-то нужно его найти. Где-то в гетто. О, здорово, Василич. Ты опять ко мне, да? Ты, Василич, в курсе, что у нас есть микро, Василич? Вот, да, правильно, пока бегать будешь. Вот такие вот дела. Такие вот делишки. Так, ладно. Может, под кепками что-то есть? Не, ничего нету. Себе заберу, в них сам гонять буду. Зачем мне этот, непонятно. Фонарик. А вдруг он сверху там есть? Вот смотри, как полка одна высоко. Василич! Не, ну полка реально высоко. И ключ этот спрятан. А мне еще и лом надо найти. Еще этим ключом что-то надо открыть. А что им открыть-то можно? Ну нет, это так не работает. Так здесь даже запертого-то больше нет, ничего. Зачем он мне нужен? Потому что это, мне кажется, я не знаю, меня где-то наели. Ну, прям взяли, накормили меня чем-то и наели. Другого объяснения я не вижу, к сожалению. Так, где искать-то? Где искать все? Не, ну там же есть сверху вот полка. Она подозрительная. Подозрительная полка у Васильича. Ладно, этот можно выкинуть, мне кажется, он мне не пригодится. Так, эти открываются? Открываются. Внутри что-нибудь есть? Нифига нет. Подожди, тихо ты. Да блин. Если... Подожди, что, потемнело что ли? Реально ночью на дворе настал. Нифига я тут сколько бегаю-то уже. То день, то ночь, то еще что-нибудь. А, я то есть... Я сначала думал, что это текстуры не прогрузились, а это у нас менялось утро, день и вечер.
Спасибо тебе, второй голос, вот без тебя бы никто бы не догадался, да? Откуда ты только берешься постоянно в моей голове? Опять, походу, я таблетки не пил. Это вообще ненормально, когда у маленького мальчика вот в голове такие проблемушки есть. Это не весело. О, как не весело. Так, а что делать-то, Микро Васильевич, подскажите мне, что делать? Подожди, а что он там ходит? Ты что там ходишь? Иди отсюда. Ночь на дворе, ночью спать надо. Смотри, промазал. Опа. Фига ты прыгать. Нормально так прыгаешь. Так, а что мне делать-то, как быть-то? Так, и куда он пошел? Так, он пошел туда. Может, здесь на шкафу где-то есть, я не знаю. Может быть... Ну, он прям через окно выпрыгивает, в принципе. Че, говорит, заморачиваться? Зачем идти через дверь, когда можно выпрыгнуть через окно? Это, в принципе, нормально, все всегда так делают. Нормальная практика, как говорится. Может быть, здесь что-то на шкафу есть, например, не знаю. Не, на шкафу нифига нету. Ну где-то же есть этот ключ. Где-то я его пропустил, походу. Ну зернышки есть, их даже садить некуда. Я прям слышу, как он там ходит. Нестандартное мышление, да? Ну, бежит Василий, все. Начинается потихонечку, да? Все, разошлись, Василич, как в море корабли. Давай, беги куда-нибудь отсюда. Убегай. Убегай. Может, все-таки в той комнате где-то? Ну, я туда не просто так залазю. Ну, сверху надо будет куда-то фигню все-таки внимательно осмотреть. Мне кажется, Василий сюда не заберется, он все снесет нафиг. Зачем так много коробок? Это подозрительно. Это очень сильно подозрительно, когда много коробок. Значит, для чего-то же они есть. Может, сверху там лежит? Может быть, лежит, может быть, не лежит. Так, дай-ка я посмотрю внимательно. Не, здесь ничего не лежит. Там ничегошеньки нету. Что у нас по этой комнате? По этой комнате я вроде все облазил, тоже ничего нету. Хотя, может быть, если за коробками где-то прячется. Ну, не знаю, ну не может же в вазе быть, например. Ваза, отдай ключ. Ключ отдай мне. Па-пам. Не отдашь, да? Типа или сверху где-то. Или начать все выкидывать отсюда. Да, вон красный ключ, действительно, сверху лежит. Так нафига мне красный ключ? Мне другой ключ нужен. Ну ладно, я, по крайней мере, хоть чем-то определился. Хоть что-то я нашел в этой жизни. И теперь я могу здесь больше не ходить и не искать ничего. Я же до этого смотрел сверху, я не видел. Теперь я, то есть, увидел, да? Вот такой вот я слепошарый Алексей. Там помню, там не помню, здесь вижу, здесь не вижу. Так и живем. Как счет? Я не знаю, на чем у меня эта конструкция вообще держится. Мне кажется, на каком-то добром слове. Так, все, отлично, ключ есть. Так, значит, сверху я могу больше ничего не искать. Однозначно ключ находится где-то на первом этаже. Ну, либо здесь где-то затарен. Ну, я не знаю, где он здесь может быть затарен. Вон, Василич там ходит со своими коробушками. Так, вот, ключ отсюда. Значит, еще один ключ где-то здесь. Василич, я лечу. Ты тоже, да, летишь? Решили попрыгать друг с другом. Все, Василич, уже утро. Я уже сутки у тебя здесь бегаю. А ключ не могу найти. Может, у него ключ есть? Так, он спиной же не видит. Да тихо ты, тихо. Так, надо еще поставить.
Еще поставлю, может быть найду. Может быть найду, может быть не найду. Не, ну а почему бы нет? Вдруг он действительно сверху. Нет, здесь только книги. Больше нифига я здесь не вижу. Нафига я сюда залазил, непонятно. Непонятно, необъятно. Так, в шкафу здесь точно нету? Нету. Так, здесь нифига не открывается. Ну, не за усами же. Извини, Василич, не хотел. Так, книгу тоже надо выкинуть. Во. Я не знаю, что я сделал. Что это только что было? Василич, я что там, какой-то механизм самоуничтожения врубил? Мне кажется, у тебя со второго этажа все улетело аж. Это что за дела? У тебя шкафы, все улетело. Я даже сюда не доберусь. Там ведь не было ничего, я надеюсь. То есть у него просто всю комнату разнесло, все вылетело. Может быть, я в этой комнате что-то? Подожди, ну что, серьезно, все улетело? Да, у него здесь побольше вещей, помнится, было. Там шкафы были и так далее. Я надеюсь, ключ там не вместе с ними улетел. А назад это возвращается все, нет? Ничего не возвращается. Это реально назад все прилетает. То есть, когда я жму сюда, там и ковер улетает, ты смотри-ка. Где-то здесь, видимо, я должен искать ключ. Я так думаю. А может быть и нет. А может быть и да. Я без понятия. Но это немножко странновато все-таки. Даже для усатой комнаты. Такой распорядок. Василий, тебя ничего не смущает, что все улетает там и так далее? Ну зачем-то же я это сделал. Или это так, чтобы было? Блин, Василий уже мне пришел, нашел. Зачем мне золотой ключ? Так, ну все улетает сюда, но оно не прибито, ничего. То есть я это также не могу открыть. Это все немножечко подозрительно, я скажу. Да, и Микровасильич, все здесь. Все здесь, все подозрительно и так далее. Где мне искать ключ? Нафига я доставал вообще этот золотой ключ? Мне его даже вставить некуда. Не, ну я же для чего-то это делаю. А он не мог что-нибудь закосячиться, типа деться куда-нибудь. Ну из-за того, что я все вещи просто беру и отсылаю. А надо, кстати, посмотреть, что еще за вещи улетает. Ковер с этой комнаты, да, вроде с этой комнаты улетает. Может, он с другой комнаты улетает. О, здорово, Василич. Василий, что здесь вообще происходит? Что за ночные побегушки? Я ничего не понимаю. Очень, все очень и очень странно. Да блин, да что ж ты за мной бегаешь-то постоянно, а? Ты мне скажи, где искать? Где мне искать ключ? Он по-любому где-то еще на видном месте находится. Да, пойдем, давай вот сюда беги. Да, вот прям через забор беги. У меня тут книга для тебя есть, умная книга. Вот, на, книгу почитай. Отлично. Почитаешь, все хорошо станет. Стой, может на кухне все-таки где-нибудь? Да блин, опять он меня настиг. Как он надоел меня настигать уже. Мне уже надоело здесь бегать, я уже бегаю здесь непонятно сколько. Непонятно сколько бегаю, непонятно сколько что-то происходит. Все что-то происходит и происходит. А мне сюда как бы попасть надо. Но здесь-то я не вижу ключа. Его здесь и нету. Ну где-то же он есть. Василич, давай колись. Где, куда ключ дел? Может в этом? Нет, тоже здесь не лежит.
Я даже не знаю, то место как-то взаимосвязано с ключом, нет, там, где все разлетелось. Вот по-любому я уже раз 20 где-то проходил. Прям вот находил, наверное, его возле него и не вижу. Где он, не в раковине же? Не под сковородой? В туалете искал. В туалете тоже, насколько помню, его нету. Тын-тырын. Да что за ерунда-то, а? Нестандартное мышление. Где мне его? Где искать-то? Опять-то Василич нашел. Василич, дай уйду. Фига, как ты быстро за мной перепрыгиваешь. Давай с левой стороны оббегай. С левой оббегаешь, я с правой сбегаю. Нормально все. Не, все-таки из комнаты не все так просто. Тут надо вот так вот. Оп. Чик. То есть все прилетает. То есть ковер улетает и так далее. Ну значит, по логике где-то здесь должно все быть. Васильич! Как ты меня поймал-то вообще? А? То есть, ну вот вещи летят. Зачем они летят? Я не понимаю, зачем мне этот золотой ключ? Но все-таки что-то у меня дома есть, куда я могу зайти. Что-нибудь открыть. Кого я здесь открыть-то могу? Это даже не дом. Дом это хотя бы где крыша, если здесь с крышами вообще все просто. Нет крыши, нет проблем. Мне кажется, у меня здесь бомжатник местный. Я вот прям сплю вот здесь боком. Поэтому хожу на мусорку спать. На мусорке веселее, говорит, спать. Зачем мне этот золотой ключ? Не, вот чувствую, что как будто здесь рядом должно быть строение. Я должен туда подойти и открыть. Но я не вижу никакого строения. Я вот только непонятки эти вижу, и все. Может, в мусорке в самом начале где-то? Да нет. Зачем? Зачем мне этот ключ? Моя твоя не понимать. Но здесь нету строений больше. На втором этаже я взял один ключ. Этот ключ нифига не открывает. Давай, Васильич, из окна выпрыгиваешь. А я здесь забегаю. Вот, че, вот зачем он? Он так, для просто отвлечь внимание, я так понимаю. Да тихо, Васильич, дай все картины поснимаю. Да блин, да он даже под кровать не дает мне спрятаться. Не успеваю. Че? Мне кажется, он так этот просто, вот ключ просто отпугнуть, так сказать. Надо и этого позвать. Все, сейчас Димон найдет все. Это практически как детектив Леха, только Димон. Так, ладно, его отвлечь. Васильич, иди сюда. Не знаю, где ты там. Ну иди туда. Мне кажется, на втором этаже искать бесполезно. Так, сверху я смотрел, сверху нету. В той комнатушке я доставал. Вот здесь все улетело, может... А, ништяк, когда так? А я стесняюсь спросить, а мне вылезти как отсюда? Так, ладно. И чё? Блин, а я сейчас не вылезу никак. Да вы что, издеваетесь, что нифига себе под кровать залез? И просто взял куда-то и исчез. А это что за яма? Это яма на территории. Интересненько. А, я под чьим домом? А, я под его домом. И что, и как мне делать теперь? Как мне умереть? Я не хочу рестарт левел. Зачем мне все по новой-то?
Вообще ништяк. Залез под кровать, называется. Подожди, ну рестарт, он так же все будет? А, ну к стартовой позиции просто, я надеюсь. Ну да, я ж не с нуля. Да, не с нуля. Замечательно. Так, опять все полетело. Так, а что за фигня? Где яма вниз-то была? Я прям яму вниз видел. Не знаю зачем, не знаю для чего, но зачем-то видел. А вот теперь я, кстати... А в прошлый раз же ковер не было видно. А его, может, и с другой стороны не видно, да? Василич вообще пофиг, он меня везде настигает. Ему вообще на все без разницы. Ну, он просто ходит на месте, ему ништяк. Че, Василич, как на месте ходится? Нормально? Нормально все, вот кепку на один. Кем ты будешь? Нестандартное мышление. Не, да по-любому все нормально, грамотно сделано. Я просто слепошары не вижу и все. Ну, ночь уже наступила, уже трое суток прошло, я уже трое суток ничего не ел, я все бегаю, ищу что-то бегаю, ищу. Когда найду, непонятно. Где искать? Что делать? Как быть? Зачем я это вырубаю? Понятно. Просто беру, вырубаю. Так, все здесь, все. Надо все картины. Я не знаю, зачем я их все снимаю, мне просто хочется все картины снять. Я думал, может, под кроватью есть? Нет, под кроватью нифига нету. Это замануха была. Да что за фигня-то? Куда я опять полетел? Вы издеваетесь, что ли, надо мной или что? Мне кажется, это реально это какое-то издевательство. Так, опять все летит. А почему лестница сейчас... Вот так торчит. Зачем она уходит в небо? Это тоже немного подозрительно. Ну ладно, она хоть снизу остается. Хоть какие-то прелести жизни. Все-таки, где взять ключ? Мне кажется, я могу бегать 85 часов искать ключ. И так и не найти его. Но он же не может быть на втором. Нет. Так, и я никуда не пролезу. Вот тут просто в каком-нибудь таком обычном месте, блин, лежит. Я нифига не могу найти. Да что ты здесь-то выбегаешь? На тебе по голове мусорным бачком. Чтоб не бегал больше за мной. Кухню вроде всю перерыл. Я уже все везде перерыл. Че, телек забрать? Я не знаю, тут уже хоть из квартиры все выноси. Васильич, уходи. Я ищу ключ, помоги мне найти ключ. Зачем мне тот второй ключ? Надоел ты мне. Че ты за мной бегаешь-то постоянно? А иди за кем-нибудь другим побегай. Ну не может два ключа же сверху находиться. Это бред какой-то. Я там смотрел. Нет, теоретически-то, конечно, может, я не спорю. Но это вряд ли. Что там, пылесос сейчас начнет? А здесь я смотрел, кстати, на этот шкаф. Да по-любому смотрел. Не, ну это вообще нелепо будет, если он все время был на этом шкафе. Не, нет здесь нифига. Нестандартное мышление. Уже день сменяет ночь. Ночь сменяет день. Вот такая вот галдень. Магнит я нигде не находил, чтобы, допустим, откуда-то взять и притянуть. Ну не на улице же он валяется. Не, если, конечно, он валяется на улице, то я вообще не знаю. Тут мои полномочия будут все, как говорится. Но это ничего не открывается. Это просто может улетать и все.
Василича тоже что-то я не видел ключ. Ну сколько можно бегать-то? Просто один ключ искать. Ну что здесь, радио? Что осталось-то? Здесь не осталось ничего. Это все. Зачем я сейчас заморачиваюсь, их все снимаю? Я даже не знаю, что мне это даст. Ничего мне это не даст. Так, ладно, я боюсь, я опять сейчас залезу под кровать. Это не весело. Может быть, он все-таки здесь где-то вылетел и лежит. За книжкой, например, нет. Это какая-то дичь. По-моему, уже просто нет комнаты, места, где бы я ни посмотрел. Хотя по-любому где-нибудь есть это вот одно местечко, где обязательно вот этот ключ лежит. Вот с этими вот всеми вот трансформациями. Так, меня бы сейчас не убило. Чек. Назад не прилетело. А зачем, а для чего, непонятно. Тихо, Василич. Тихо, тут следственные эксперименты ставятся, между прочим. Зачем? Зачем это сделано? Это так, наверное, для вида. Но все-таки где-то на кухне пропускаю. Я просто не понимаю, где я его мог пропустить. Просто один ключ. Здесь вот нету нигде. В столе нету излюбленное это место. На втором этаже я уже нашел красный ключ. Что там будет делать еще один ключ? Так, духовка не открывается здесь. В туалете нету. За часами нету. Ну нигде нету. Что за ботва? Я реально не знаю. Я даже не знаю, в какую сторону думать уже. У меня уже думалка не работает. Я же в туалет сам хочу. Прикинь, где-нибудь на кровати все это время лежал. Нет, на кровати он не лежал. Ну, типа здесь, в коридоре где-нибудь. Ну, там мини-Василич. Так, ладно, ребят, я уже реально, я не знаю, в смысле, я сейчас зайду, потому что я могу еще, мне кажется, полчаса бегать, искать ключ, я сейчас просто вот погуглю, где он находится. Ну, что-то где-то я его прям реально пропускаю, в смысле, и вряд ли это косяк автора, это, скорее всего, мой косяк, потому что я реально что-то вот слепошарый просто где-то беру и пропускаю. Мне кажется, вам уже самим надоело, как я бегаю уже на протяжении получаса, пытаясь найти, поэтому я сейчас гляну, я просто гляну, все, я уже не знаю, в смысле, я уже в туалет хочу. Я думал сейчас бы записать коротенькое видео, оно уже 38 минут идет, поэтому оно какое-то нифига не коротенькое, начнем с этого. Так, а что у нас там? Какой первый уровень-то у нас? Mine Easy. Я так понимаю, это вот этот уровень у нас. Ну, скорее всего, да, это он. Или не он. Подожди, а почему темно? Или, в смысле, это не тот уровень? Нифига тут уровней. Я даже не знаю, мне какой уровень-то запустить-то надо. Замечательно. И вот там сидите, пока в никуда смотрите, пока я тут пытаюсь загрузить уровень. Да не, у меня просто компилируется, пока шейдер, у меня весь уровень черный показывается, я просто не вижу. Он мне походу так и будет черным показываться, мне кажется, специально это автор сделал, чтобы я не мог посмотреть, где находится ключ. Я даже не уверен, это тот уровень или не тот. А подожди, я сейчас просто вот так гляну, окей, примерно, и попытаюсь понять. Ага. Все равно ничего не понятно, но очень интересно. Мне кажется, прям автор серьезно это специально сделал, просто чтобы я черноту, так сказать, смотрел, чтобы я ничего не мог понять, где и что находится. Не-не-не, Mine Easy, значит, надо первый запускать, я второй запустил.
Это однозначно. Так. Вот это вот где вот примерно? А, ну вот это... Ага, вот это второй этаж. Я просто по черному экрану сейчас смотрю и пытаюсь понять. Key Universal, третий. Подожди, это вообще что за место? А второй тогда где он был? Второй на втором этаже. А этот что за первый? Ну, в смысле, типа, в комнатушке ты? Я вообще не понимаю. Я не понимаю, я просто смотрю на черный экран, в смысле. Так, вот это вот верхний, который был. Да. Что-то я, короче, не могу реально понять. Так, вот это вот точно верхний. Я просто смотрю на черный экран и пытаюсь по черному экрану определить, где что находится. Это вот красный на втором этаже, который я доставал. Вроде бы, вроде как. Если ты ничего не видишь, то очень сложно понимать. Вот это вот, где желтая дверь, верно же? Да, верно. Где желтая дверь. И еще один ключ. Подожди, а что за бред? Находится здесь. А как мне тогда попасть? Может, отмычка где-то есть? Лок. Как она там? Лок-пик. Лок-пик. Да, отмычка где-то есть. Только я не могу понять, что это за место. Подожди-ка. Подожди-ка. Что-то я не понимаю. Чё? Сейчас, подождите секундочку. Я обалдею, если так оно есть, что я настолько был слепошар. Там реально сделана карта чёрным, видимо, для того, чтобы я просто не видел, что и как. Просто отмычка, она лежала все это время здесь. Прям, мне кажется, автор сам специально постарался. Прям заморочился. Для того, чтобы я зашел и просто нифига не мог найти. Там специально там сделано все черным. Весь уровень. Я вообще, то есть, я не понимал, что и откуда я смотрю. Там, главное, есть еще один ключ. Так, Василий, все. Василий, ты мне надоел. Так, спасибо, голос из головы, что ты разобрался с нашим маленьким вопросом, который мы уже 40 минут пытаемся здесь, между прочим, порешать. Так, все, вот такие вот дела. Пойду. Пойду куда-нибудь. Ну как же я медленно-то здесь залазю, это, а? Прям вот еле-еле, как будто душу отдаю для того, чтобы залезть. Не, ну реально сделано так, что там просто все везде черное, и я там просто рядом по объектам пытаюсь понять. Ну все, добрались наконец-то. Да, и вот этот я второй ключ вил, я не мог понять, где он находится. То ли в этой комнате, то ли не в этой. Так, ну я знаю, что... Здесь есть лом. И все, и наконец-то я иду в подвал. Просто он находился все время в таком видном месте. Он просто на улице лежал, на щитке, черной отмычки. Я же подходил несколько раз, как я не увидел-то, а? Ребят, напишите кто-нибудь, если кто-нибудь из вас это видел. Вот это я, правда, не понимаю, почему не открывается. Все, Василич! Вася Василек! Иду к тебе я в подвал. Не знаю зачем. Не знаю когда. Не знаю нафига. Я планировал, как обычно, снять 10-15 минут ролик, чтобы потом вечером снять еще один. Но что-то, походу, не фартанул, не повезло. Что у нас тут за уровень будет? А, то есть вот такие вот у нас уровни. Вот у нас спит Василич. Я понятия не имею, что здесь нужно делать. Видимо, здесь нужно куда-то что-то прыгать, как-то что-то делать. Возможно, даже через Василича. Слушай, реально. А, ну у меня может быть двойной прыжок типа есть. Там же написано прям прыгай. А, во. Я, то есть, могу вот так вот прыгать. То есть, причем я могу прыгать сколько угодно. Получается. Ну, не сколько угодно, но достаточно много. То есть я могу, в принципе, сразу пытаться куда-то дальше перепрыгнуть. У меня что-то порядка 3-4 прыжков. Давай. Можно сразу дальше.
Можно вообще, мне кажется, сразу вот до той дальней спокойно допрыгивать. Во. И залазить куда-то наверх. Ну, это какие-то вот такие дела. Не знаю, что происходит, но явно что-то происходит. Давай залезу наверх. Посмотрю, что там интересного есть. Вверх-то когда-нибудь наступит, мне уже надоело туда подниматься. И чё? А, ну вот. Куда-то добрался. Куда-то добрался, разобрался. И? Я не знаю, что я не знаю, где я. Так, ладно, ребят, я разберусь с другим уровнем. Не забываем подписаться на канал. Во, я где-то, короче, проснулся. Ставить свои лайки. Конечно, жать на колокольчик, подписываться. Блин, если мне обрабатывает ролик, то я вложу этот ролик очень поздно. Все, ребят, с вами, как всегда, был я, Леха Сметик. Всем отличного настроения, всем удачи, всем пока. Подписывайтесь. Завтра ролики будут точно. Я, по крайней мере, надеюсь. Может быть, что-то другое сниму. Но сегодня, я думаю, до Стикмана уже дело не дойдет. Слишком много по времени это все заняло. Все, давайте, покедываем всем. Спасибо, что со мной остаетесь. Увидимся.